Я рад тебя видеть, мой друг. Я боялся, что ты не поговоришь со мной, ведь ты заблокировал меня в Твиттере. Хабиб Нурмагомедов заблокировал меня в Твиттере. Я надеюсь, что ты рад меня видеть. Я надеюсь. Я очень рад. Потому что ты, Эдди Альварес и Конор Макгрегор раскручиваете этот бой. UFC отправили мне 2 контракта, и ты ни разу об этом не сказал. Почему? Знаешь почему? Ответ. UFC воспользовались тобой как пешкой. И ты знаешь, что это правда. Я говорил тебе и твоим менеджерам, что тобой пользуются. Откуда ты знаешь об этом, если UFC прежде этого не делали? Ты работаешь на UFC? Тут есть парень по имени Фрэнки Эдгар, который может рассказать тебе об этом. Ты больше не работаешь на UFC, Фокс? Нет. Откуда ты знаешь об этом? Потому что я уже давно в этом спорте. Они делают это, чтобы получить преимущество в переговорах. Посмотри на Фрэнки Эдгара. Он 2 года ждет боя с Конором. Но UFC не присылали ему контракт. Послушай, я не первый день в этом спорте. У меня серия из 23 побед. Лучшая серия в спорте. Думаешь, я ничего не знаю об этом спорте? Почему ты тогда не говорил об этом? Я говорил. Послушай, UFC прислали мне 2 контракта. Почему ты ничего об этом не сказал? По-моему, я говорил. Не в сообщении Твиттера. Но если бы ты все просматривал... Послушай, если ты считаешь, что UFC использовали мое имя. Почему ты не написал об этом? Я написал. Когда появилась новость о твоем бое с Эдди и о том, что он не подписал контракт вовремя, я писал, что это все не так. Коннор был готов к бою. Почему ты не честен со мной? О чем ты? Я честен с тобой. Почему ты говоришь со мной, как с другом? Для меня верность на первом месте. Если не знаешь, что это такое, зайди в Google переводчик. Когда я понял, что ты играешь в игры, тогда и заблокировал тебя. Я верный человек. Всю свою жизнь я остаюсь с верными людьми. Но я чувствую, что ты не такой. Поэтому заблокировал тебя. Ты будешь драться с победителем боя Конор Эдди? Я хочу подраться с тобой. О, это здорово. Это показывает миру, что евреи и мусульмане могут дружить. Салам алейкум. Мир на Среднем Востоке. Я ведь разблокировал тебя в Твиттере. Ты уже сделал это. Ведь ты любишь меня. Да, я согласен. Но я не согласен с тобой, потому что ты никогда не говоришь обо мне. Я говорил о тебе 2 года, пока ты был травмирован. Меня спрашивали, зачем я зову тебя на свое шоу. Но я снова и снова звал тебя. UFC никогда прежде не присылали 2 контракта на бой. Надеюсь, ты понял, что они неправильно поступили с тобой. Ты играешь в игры. Я играю в игры. Ты играешь в игры. Прекрати это все. Верность — это главное. После всего этого, тебе гарантировали, что ты будешь драться с победителем мейн-ивента? UFC обещали, я не знаю. Ты что-то знаешь об этом? Если знаешь что-то, дай мне знать. Я отправлю СМС. Что ты думаешь? Я заслуживаю это? Да. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, если узнаешь что-то о UFC, сообщи мне. Не в Твиттере для всех. Если будет что-то секретное, пришли мне. Хорошо. Спасибо большое. Всего тебе наилучшего. Салам алейкум. Переведено и озвучено специально для MMAnews.info.